Три года провели малыши в дошкольном учреждении «Ласточка». Но пришла пора расставаться с детским садом и собираться в школу. О том, как прошел первый выпускной ребят, в нашем следующем сюжете. 29 мая в детском саду «Ласточка» весело и ярко прошел выпускной 2018. Это важное событие для всех детей, родителей и воспитателей. Собравшиеся гости с волнением ждали выхода ребят на воображаемую сцену. В детском саду они учатся общаться со своими ровесниками, находят первых друзей, приобретают необходимые в школе знания и умения. Три года, проведенных в детском саду, не прошли даром. За это время ребята научились многому, что обязательно им поможет в дальнейшей жизни. Несмотря на то, что в детском саду нет всех необходимых условий, просторных залов и соответствующего оборудования, ребята были неплохо подготовлены. Яркие, забавные, милые, обаятельные, в красочных нарядах они очаровали всех. Праздник состоял из официальной и развлекательной части программы с танцами, песнями и фуршетом для ребят. Детишки повеселились на славу, были поставлены шуточные сценки. Можно без преувеличения сказать, что каждый воспитатель группы вложил в воспитательный процесс немало труда для всестороннего развития детей. Запоминающимся и веселым. Наблюдая за счастливыми и немного грустными лицами детей, которые прощались с детским садом, хочется надеяться, что все у них в жизни сложится хорошо. Решение выпускникам вручили первые дипломы и сувениры. С этим знаменательным событием поздравила методист районного отдела образования Ямза Гума. Хочу вас поздравить с этим знаменательным днем. Сегодня волнующий праздник у ваших детей, потому что они уже целых три года находились в этом детском саду. Их здесь обучали, учили всему. Вы на каждых в утренниках я вас видела, ваши лица здесь видела. Они старались, как смогли. Выпускной бал – важный и яркий момент для ребят, так как они прощаются с детским садом и своими воспитателями. Теплые и приятные воспоминания об этом дне навсегда останутся в жизни каждого малыша. Анжела Убилава, Борис Цацо, Гела Закарая, Калтова.